Добрый день, меня зовут Филиппи Дарья. Совой я продавала. Несколько раз продавала где-то в году 2016 квартиру. Агентом был мой друг Дмитрий Чащин. На тот момент уже не начинающий риэлтор, но уже преуспевающий. Мы продавали квартиру в районе Тарманов, но мы очень быстро продали. Это прям было для меня удивлением, хотя думали, что будет стоять долго, но продали очень быстро. Так получилось, что у меня было предложение, а у кого-то был спрос прям конкретно на этот район, и нам повезло. Что понравилось на тот момент? Ну и вообще, грубо говоря, от меня ничего не надо было. Все сделал Дмитрий, я только пришла с мамой. У меня квартира была на маме, пришли с мамой в день подписания договора. Все документы я ему отправила, все там подготовили. Мы пришли только один раз, когда вот встречались, кто у нас купил покупателем, и потом пришли в МФЦ. Все, больше никаких, как бы, никуда мы не ездили, ничего мы не делали, все делал Дмитрий. И обычно всегда все свои объекты я через Дмитрия. Всем своим друзьям всегда советую тоже Дмитрия, потому что в нем я уверена и знаю, что будет все четко. Просто так вот смотрю, что организовывает ваша фирма. Там, вот, допустим, в этом году, я уже поздно узнала, вы участвовали, мы живем в Перевалово, вы принимали непосредственное участие к Дню села. Но мы про это узнали поздно, потому что не читаем чаты. Было очень интересно. Я смотрела видео, что происходило, все прям в восторге. Тут недавно у вас день семьи или что-то такое проходило тоже грандиозно, что собирали деток кулиги. Тоже прям, это очень классно, потому что у вас много офисов, и коллектива очень много, все разные, все на разных точках сидят, на разных должностях, и тут это более, как сказать, скрепляет, наверное, более как семья уже у вас, все друг друга знают, хотя находятся в разных концах города. И про других не могу такого сказать, поэтому вот именно, да, вот эта семейность, она прям дорогого стоит. Спасибо, Сова!